Новогодние праздники в самом разгаре, а это значит, что все застолья с близкими, родственниками и друзьями только впереди. Угостить родных хочется самым вкусным, а под эту категорию попадает красная рыба и икра. И приобрести лучшую красную рыбу и икру вы можете на выставке продажи «Икра и рыба камчатская», которая уже со 2 января снова в Рязани, для того, чтобы на ваших праздничных столах могли быть свежие и вкусные морепродукты. Да, взял на пробчевыч и немножко икры. Праздничный стол? Да. Кого будете угощать? Себя еще? Жену, внука. Праздничный стол сложно представить без тарталеток с красной икрой или без нарезки из красной рыбы. Ароматный, свежий, горячего или холодного копчения. Здесь, на выставке продажи, вы можете приобрести продукты, которые точно станут самым любимым лакомством и изюминкой на столе. К тому же, можно быть уверенными, что приобретаете здесь исключительно свежие морепродукты. И палтусы, белорыбица, и красная икра вкусная. Не то, что в магазине продают в баночках. Икру, рыбку красненькую, вкусненькую. Почему здесь покупаете? А потому что всегда вкусно и свежее. Закуска, которой нет равных. Бутерброд с красной рыбой. Где еще можно купить чевычу, королеву лососевых, которой нет сравнения ни по вкусу, ни по пользе? Икра, зернышко к зернышку. Попробовав раз, вы уже не захотите покупать другую. Тем более, что перед покупкой продавцы заботливо дадут попробовать любой продукт, чтобы вы удостоверились в непревзойденном вкусе. Первая выставка продажи «Икра и рыба камчатская» 2023 года работает у торгового центра «Премьер» до 7 января включительно.